знает его прозвище, его называют кроликом. Но он, ох, как хорошо сейчас Павел Мареш, как он хорошо. Сначала он на грани фола, вы знаете, всегда, особенно в начале матча волнует. Флагбарт. Нет, нет, ничего, показывает арбитр, что ничего не было. Были оба на одном расстоянии от мяча, толкались плечами. Вот еще раз смотрим. Ну, арбитр 25 место. Вот «Зенит» как раз делит. Это «Севилья», извините, делит. «Зенит» тоже, надо сказать, делит. На шестом месте находится. По итогам. Мареш, хороший пас в штрафную. Ну, Саша, удар! И мяч в сетке! Ну что ж, маленький подарок Киржакову, а он им воспользовался. Ловил мяч и затем вот еще раз смотрим. Пас. И вторым касанием еще мяч попадает в ногу 20-го номера Осио и улетает в сетку. 1-0. Зенит впереди. 1-0. Красивый гол. Красивый гол, великолепное начало. Через три. Я думаю, подарок всем. Киржаков молодец, молодец. Просто, вы знаете, находясь, казалось бы, в такой голевой ситуации. Ну, хорошо. Хорошая игра в стенку. Это Савиола так здорово отдал в одно касание. Хаген. Удар! Толчок, кстати, был сейчас Хагена в спину. А что тут произошло? Давайте посмотрим. Вот удар. Хаген отбил. Ну вот момент. Удар. Да, просто неудачно он пробил, то ли расслабленной ногой. Ну вот что-то произошло у нас было. Киржаков в центре. Аршан берет на себя игру. Вошел в штрафную, вышел из нее, разворачивается. Пас в штрафную Киржаков. Удар сходу и молодец. Правильно бил сейчас Саша Киржаков. Ну что ж, золотая связка. Ну, вот в составе есть Антонио Лопес, 21-й. Хорди, 8-й. Киржаков! Ох, Саша! Уже надо наказывать. Надо наказывать соперника, надо забивать второй. В прошлом году не хватило мяча Аршавина. Он был единственным. Но момент хороший. Итак, Хорди Лопес Келетто. Ну, здесь нарушение правил. Ну, конечно, атакующий был неправ. Кеппа. Ну, что произошло? Да нет, ну, уже одной рукой. Ну, еще раз смотрим. Ну, здесь споткнулся Кеппа. Затем... Еще раз. Аршавин все-таки наступил на ногу. Наступил на ногу. Особенно Горшков. Ну и Радимов перед защитником. Это все установка Властимира Петерджелы на матч. Киржаков принял мяч на грудь. Обыграл, вошел в штрафную, удар. А это уже Анюков. Тоже был такой небольшой подарок от Киржакова. И правильно сделали. Кстати, за мячом соперника. А Зенит не уступает. Ну, Зенит тоже, вы знаете, козырь Зенита — это прессинг. Вот как сейчас Горшков сыграл. Может поближе к играть Флагбарту. Крижанац. Савиола спокойнее, не торопится. И Чантафальский. Аплодисменты Камилу. Флагбарт сыграл. Хорошо сыграл, отбил мяч. Мареско. Ну что ж так расступились-то. Все расступились, думая, что он будет отдавать. А он не отбил по карточкам. Но 1-0 в счете на табло. Анюков. По штрафную. Кто на опережение? Обязан кто-то был на опережение сыграть. Спивак. Удар. Удар. Мяч попал в перекладину. Это один из таких редких ударов Спивака, на который является голкипер даже не среагировал. Посмотрите. Да, он опаздывал. Он опаздывал. Если бы мяч опустился в ворота. Но если... Не бывает. Смотрите, как Спивак. Хорошо. Сейчас переиграл Савиолу. Мариш. Горшков. В поле мяч.
Аршавин. Устоял на ногах. Пас. Горшков. Удар. И мяч проходит рядом со штангой. Сейчас Александр Горшков аккуратно толкал мяч мимо вратаря, но и Аршавин. Гол не получился. Вот смотрите. Вы правильно все делали. Носком толкал вот сюда, вот этот угол. Мяч прошел. Пошире, пошире играйте. Да, пошире и дает команду Петржела. Хорошо пропускает мяч Флагбарт и Кижаков. Флагбарт входит в штрафную. Вошел в штрафную. Рядом, параллельным курсом, сейчас с ним бежал, вот как в коньках, знаете, синхронно. Ну и правильно, вот эти переводы мяча с фланга на фланг, они очень интересны. Пас в штрафную, уж сильно, сильно, но это была передача вообще Спиваку. А Стенко стоит, не бежит, чтобы не было карточек. Ой, какой рикошет угловой. Вот это мог быть автогол. Взаимопонимание, четвертый угловой у ворот Зенита. Морецко побежал, чтобы разыграть. Получает мяч. По штрафную. Выше голов всех игроков. Аршавин с мячом. Вот сейчас молодец Андрей. Знаете, его зацепили, он упал. Посмотрим. Ну, с каким трудом отбивал вратарь мяч. А не Кобинец, хорошо, отбил, все-таки отбил мяч. Анюков. Отбить. Внимание в штрафной площадке. У защитников должна быть концентрация сейчас не на мяч, а на игрока, который... Удар, это Саиола! Как с короткого замаха, как он укротил сейчас этот мяч. А теперь Аршавин. Уходит от одного. Обыгрывает другого, идет еще дальше. Эх, хотел завернуть мяч Киржаков. Долго возвращается. Савиола с мячом набирает скорость. Сальвес. Успевает Мариш. Успевает Мариш подставить. Но... Сальвес подает. Да, атака на вратаря. Нельзя атаковать в воздухе вратаря. Уфа. Зенит впереди 1-0 в матче против Севильи. И с мячом Киржаков. Ну, что ты, Саша, сейчас перемудрил. Мял 14, а Севилья всего лишь 6. И Зенит сумел распечатать вот эти неберущиеся ворота. Альвес с мячом. По штрафную. Опасный момент. Удар! Ну что ж, это чудо. Фортуна улыбнулась Зениту. Но вот сейчас Флагбарт, да, он был последний. Он не рассчитал. Все-таки он теряет. Теряет игрока, заигрывается. Антонио Пуэрто пробивал. 27-й номер. Анюков. Аршавин. Удар! Ах, мяч улетел. Задел вратарь, успел среагировать. Успел бы Спивак, но он все-таки немного опоздал. Пятый угловой ворот Севильи. Смотрите, Андрей Аршавин, сегодня он хорош, хорош. Аршавин великолепен. Угловой. Хорди Лопес. Камил Чонтафальский поймал мяч. Автомобили. Радимов. Пас на левый фланг. Киржаков. Пас Аршавину. Ворота пустые. Ай-яй-яй. Но здорово. Я аплодирую. Такая... Ну, какая красивая комбинация. Альвес с мячом. Пас. И опять защитник теряет нападающего. Кеппа был один. Да. Ну, как вот... Сейчас Властимил Петржела кричит Хагину, показывает руками. Ну что происходит? Ну надо же держать. А вот здесь еще раз. Смотрите, комбинация. Какая, одним касанием Киржаков и Аршавин обыгрывает вратаря. Пробивает и мяч ведь в сторону ворот послан. Но хорошо. Со самым перспективным полузащитником Италии. Попал в Ювентус, но вот почему-то не пошло.
удар не точный. 22 номер пробил Фернандо Сальц. Отдал свою ногу, не отдал, так заработал. Радимов. Ай-яй-яй, не удержался на ногах. Успевает. Сейчас зенитовцы шестером атакуют. Теперь надо разыграть доверенно, только не бить. Не надо бить, вот разыграть. Крижанац, Анюков, передача нужна. Низа пас! Мяч прокатился по ноге Крижа. Штрафной на Горшкова. Ох, какая атака. И как разыграли все правильно. До Верного берегли. Вот смотрите, Крижанов делает все великолепно. И Анюков делает пас. Конечно, скользко. Но а не попади Крижанов, наверное, сыграл бы Аршавин. А? Пасть в ворота. Нет, пас Анюкову. Угловой. Угловой, да, Миша хорошо сыграл. И вот Канут. По штрафную. Знаете, мяч сейчас попал в чем-то. Спивак, справа здесь Киржаков. Устали, устали уже защитники. Уже не прессингует. Киржаков уходит. По штрафную. Ай-яй-яй. Троих обыграл сейчас и правильно делает. Альвес. На вас. Удар. Мог и левой ногой отбить туда, в сторону Киржакова. Савиола. Денисов против него. Навас. Ну, вот это. Кстати, карточку надо показать за эту рыбку, которую. Горшков. Киржаков побежал навстречу. И берет на себя игру. Идет еще дальше. Проходит. Можно бить. Саша, бей! Ай-яй-яй. Аршавина. Офсайд. На Аршавина офсайд. Пораньше. Опоздал. Его же толкал. Получилось, что он влетел во вратаря. Вот видите, его толкает. Защитник толкает. Но у Киржакова может. Знаете, рассчитывает Киржаков. Но это высоко. Здесь надо бить на уровне. Вас можно толкать плечо в плечо. Альвес с мячом. Мяч летит на сетку за ворота. Но теперь не торопись. Теперь уже атака вторым темпом. Не торопясь. Аршавин. Вошел в штрафную. Угловой заработал. Но все равно молодец. Угловой. Седьмой. По угловым 7-7. Подача. Горшков. Еще. Андрей Аршавин подает. Хагин. Первого мяча был Эрик Хагин. Все делают. Ну, сегодня у «Зенита» одна из лучших игр вообще в этом сезоне. Бесспорно. Удар! И только Хаген! Как Александр Матросов. Да, да, растеряли «Зенитовцы». Лопес. По штрафную. Хаген. Пас налево. Да налево надо отдать. Ну, Са, зачем же даем? Ну, что придумывать? Ну, что придумывать? Краснеть завтра будет за эти передачи, зенитовцы. Альвес! Ну, что же, дает бить. Как устали, зенитовцы. Как устали. Надо кого-то выпустить еще. Пас вдоль ворот. И только Чинтофальский. Чинтофальский мяч из... Замена. Ну, срочно надо кого-то «Зениту» выпускать. Ну, что-то надо делать. Вот они, бойцы. Именно в такие минуты проверяется. Мариш! Канут выигрывает. Не давай бить! Ну, что? Ну, Крижанац убегает. Мариш хорошо играет головой. Очень хорошо. Денисов. Аршавин. Горшков. Денисов слева. Киржаков. Надо ему отдать. Пас Киржакову. Киржаков штрафной. Удар! И гол! Севилью. Великолепный пас Денисова. И Киржаков в ближний угол. С носка, можно сказать. Сложнейший, кстати говоря, технический прием для футболиста. Все-таки Киржаков голеадор.
88-й мяч. Рядом Власов. И выпало, переполняет всех, в том числе и комментатора. Это, конечно, победа фантастическая над Севильей. Фантастическая. И Камил Чинтафальский бесподобный. Бесподобный. Внимание в штрафной площадке. И все-таки Савиола забивает свой мяч. 2-1. Но я говорил, что нам нужен обязательно второй мяч. Обязательно второй мяч. Хорошо под разыгран угловой. Все-таки Савиола игрок. Ну что тут говорить? Ну спокойнее, не торопиться, ребят. Власов. Нарушать правила. Хорошо, Олег Власов. Хорошо, держать мяч. Денисов, держать мяч. Игорь! По штрафную. И мяч летит за ворота угловой. Ну что ж на замену? Тактическую замену надо делать. По угловому внимательнее, внимательней. Чинтафальский на месте. Канут все-таки всех опередил. Защита. Савиола проиграл Аршак.